Олимпийский чемпион Сочи 2014 Александр Легков проголосовал на участке в ДК Гагарина. С 2016 года он представляет интересы Сергиево-Посадского района в Московской областной думе. Как мы видим, Подмосковье развивается, и нам нужно сделать так, чтобы Подмосковье развивалось как можно больше и стремительнее, еще быстрее. Вот, потому что и у нас все для этого есть, и от того, как мы проголосуем, такой темп и будет выбран, и таким темпом мы пойдем дальше. По словам чемпиона, атмосфера на избирательных участках праздничная. Выходной день, воскресенье, и везде музыка играет. Такое ощущение, что либо какие-то дни города проходят, либо что-то еще в таком формате. И кажется, что вот прям зарядиться от этого дня, то, что везде вот праздничное настроение. Поэтому я думаю, что замечательно должно все сегодня пройти. Затем Александр Легков планирует заехать на избирательные участки в Красноармейск и посмотреть, как там проходит голосование. Екатерина Фурсова, Никита Корсаков, программа «События».